всегда идеально и со страстью, фанаты отыскали снимок юной Алины Кабаевой. Гимнастка запечатлена в момент соревнований. Звезда мировой художественной гимнастики, олимпийская чемпионка Алина Кабаева в последнее время редко выходит в свет и почти не дает интервью. Между тем интерес поклонников к 37-летней легенде спорта не ослабевает. Фанаты отыскивают редкие фото Алины Кабаевой и делятся ими с общественностью, чтобы все могли любоваться на потрясающе грациозную девушку. В сети появился раритетный снимок Алины Кабаевой, который был сделан в те времена, когда она еще не ушла из большого спорта. На нем звезда запечатлена во время соревнований. Алина Кабаева выполняет сложные упражнения с мячом, при этом поражая своей потрясающей растяжкой и невероятной гибкостью. Алина выступает в ярко-красном купальнике с вышивкой, который очень идет ей, поскольку от природы она брюнетка, и яркость – это ее конек. К тому же красный цвет – это, как известно, цвет победы, а проигрывать – это не в привычках Кабаевой. Поклонники признаются, что Алина Кабаева всегда поражает их своей красотой и умением улыбаться, даже если ей трудно. «Всегда идеально и со страстью, моя дорогая и особенная. Наша Алина – самая потрясающая девушка в мире. Какое фото! Как она изогнулась и при этом улыбается! Непревзойденная звезда!» – высказывается в сети.